Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Сеньорита, думаю, самое важное, чтобы вы передали судье, что хотя мы с Констанцией и расстались, мы уважаем друг друга и любим так же, как и в первый день нашего знакомства. Мы готовы заботиться о детях и будем делать это с удовольствием. Именно, дорогой. Это правда. Хорошо, а вы хотите еще что-то добавить? Я? Да. Нет, нет. Мой муж прекрасно осветил ситуацию. Что еще я могу добавить? Скажите судье, что мой муж и я все так же друг друга любим. Правда, любимый? Я так и знала. Милашка, что ты здесь делаешь? Я пришла удостовериться своими глазами. Что ты смеешься надо мной? Ты не собирался разводиться. Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи Адриан Суар. Автор сериала Эрнесто Каровски. В ролях Карлос Бельоса, Клаудия Фонтан, Алехандро Ауада, Марселло Массарелью, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айос, Аделла Глейсер, Далма Милеба, Майка Мигарена, Элия Свиньолос, Грисельда Сицилиани, Николас Дагостино, Тельма Фардин, Карла Петерсон. Композиторы Алехандро Алем и Алехандро Парисоу. Операторы Пабло Старина и Хорхе Фернандес. Продюсеры Мариана Петранджели, Рассана Монтес и Хульетта Мартинелли. Режиссеры Хорхе Бичара и Родольфо Антунес. Как я могла снова тебе поверить? Милашка. Что? О чем ты хочешь попросить? Слушаю, о чем? Ты говорила о помолвке, о детях, о семье, но всегда повторяется одна и та же история. Ты никогда ее не бросишь. Никогда! Не бросишь! Милашка, послушай, ты должна понять, это сеньора. Простите, что вмешиваюсь, но кто эта сеньорита? Какая тебе разница? Это сеньорита... Эсперанса Муньос, невыносимая милашка, которая не понимает, что ей не место в этом доме. Тогда как она связана с сеньором Кесадо и детьми? Кто ты вообще такая? Милашка, прошу тебя. Хочешь, чтобы я ушла? Ты этого хочешь? Как всегда, я не должна была приходить. Нет, милашка. Мартин, подойди сюда. Дорогой, иди сюда, иди ко мне. Мы должны довести нашу встречу до конца, потому что сеньорита должна быть занята, и ей нужно идти. Присядь, любимый. Простите, на чем мы остановились? Что вы сделали с моим бедным конем? Ты говоришь о своем жеребце, а при чем здесь он? Ты его переработал! Нет, отдай, она моя. Отдай мне коня! Да поможет мне Господь, оставь в покое коня! Какого коня? Я выиграл эту замечательную колбасу в карты. Кики, хватит. У тебя будет несварение от еды, выигранной в карты. Скажи, что ты сделал с моим конем? Ты правда говоришь о лошади? Четыре копыта, коричневый окрас. Да, но на площади. На какой? В парке Лесама. Я видел, как конь объедался газоном. У меня идея. Сделаем жаркое из колбасы. Или лучше колбасную пиццу с ананасом и дольками апельсина. Можно приготовить колбасу на решетке, тогда получится жареные колбаски. Объедение! Я тоже хочу кусочек. Подождите. Даже не подумаю. Или он, или я решу, наконец. Ты о чем? Он или я? Не понимаю. Я не буду ждать тебя всю жизнь. Все проще простого. Мальчик, ты перегибаешь палку. Я не мальчик, послушай, как тебя там. Уважай меня. И не подумаю. Думаешь, раз ты в Аргентине, то все девушки твои? За аргентинских девушек нужно бороться. Ты не представляешь, какие они смелые. О чем он? Ты не понимаешь, с кем связался. Ясно? Я Хосе. Хватит. Мы можем поговорить как цивилизованные люди. Определись, и я сразу стану цивилизованным. Ему будет с этим тяжелее.
Замолчи. Я не обязана ничего решать. Ты сошел с ума. Хочешь, чтобы я определилась? Я определилась. Я не буду ни с тобой, ни с ним, ни с карликом Полворита. Кто это? Замолчи. Послушай, я не обязана никого выбирать. У меня нет хозяина. Если тебя устраивает, хорошо. Нет, очень жаль. Поздравляю. С чем? Иди снимай фильмы. Уезжай отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Большое спасибо. Не за что. Вам позвонят из суда. Я вам очень благодарен. До свидания. Спасибо. Спасибо. Я провожу вас. Да-да, проводи. Очень мило, спасибо. Господи, что нам пришлось пережить, чтобы выбраться из положения, в которое нас поставило эта макака? Послушай, Констанция, мы можем больше не обсуждать милашку, да? Почему? Хватит. Ты говоришь это после того, как она ворвалась сюда, как сумасшедшая. Она права, я попросил тебя, хватит, больше ни слова о ней. Да, но я сказала тебе, что не хочу ее видеть здесь. Я не звал ее. Чтобы ты держал ее подальше и от меня, и от детей. Нам пришлось полчаса убеждать помощницу судьи, что эта девушка твоя бывшая секретарша. Это безобразие. Мне кажется, ты зашла слишком далеко. Ты сказала, она была чьей-то соседкой. У нее были проблемы, ее плохо лечили. Констанция, это было обязательно? У тебя что, были идеи получше? Нужно было спасать ситуацию. Ты ведь хочешь совместного опекунства? Да, Конни. Тогда что? Не может быть, Лели. Тебя нужно просить почти на коленях. Я помогаю. Мы просим тебя участвовать в марафоне, потому что ты единственная подходишь. Не могу, Мерседес. Иди, Лели. Я избавлю тебя от этого спектакля. Что вы делаете, Альфредо? Тренируюсь перед завтрашним марафоном. Во-первых, вы не тренируетесь, а всех пугаете здесь. Во-вторых, бегать нужно на улице. Кажется, вы подвернули ногу. В-третьих, вы в курсе, что посреди дистанции может произойти все, что угодно? Люди годами готовятся к марафону. А вы? Я еще молод. Раз вы так говорите, не буду спорить. Я молод, полон сил. Этой весной меня переполняют гормоны. Я ищу самку, чтобы выплеснуть их наружу. Вы насмотрелись передач про животных. Может быть, перестанете меня слюнявить? Привет, милашка. Если хочешь попросить кофе, забудь. Я пришла только, чтобы отметиться. Тебе не стыдно? Единственное, о чем я прошу, это не разрушать отношения между матерью и детьми. Извините, я хотела спросить, в каких кроссовках ты побежишь? Я занят, Роса. Я их уже приготовил. Хорошо, а преданная мать останется на обед? Нет, потому что я поем что-нибудь легкое и рано лягу спать. Понятно, я очень рада, простите. Отдыхай. Да. Я понимаю. Хочешь подняться к детям? Нет. Ты должен готовиться к благотворительному марафону в пользу детской больницы. Да, его организатор – необыкновенная женщина. Да. Да, ты должен отдыхать. Ты не хочешь повидаться с детьми? Нет, не хочу. Конни, большое спасибо за все, что ты сделала. Нет, не нужно благодарности. Я пойду, дорогой. Я прошу тебя только об одном. Пойми, я тебе не враг. Я тебя очень люблю. Пока. Пока. Что вы делаете в наряде каратиста? Тренируюсь перед завтрашним марафоном. Милашка, ты идеально подходишь. Ты должна представлять женщин на марафоне от нашей компании. Нет, я не подготовлена к бегу. Подготовлена? Ты прекрасно выглядишь. Кроссовки, штаны, куртка. Замечательно. Мартин участвует? Да, он пятикратный чемпион. Я устала слышать, что он хорош во всем. Давайте не будем смешивать работу с личной жизнью. Прошу тебя, милашка, сделай это ради нас. Мы тебя так ценим, так любим. Перестань, Мерседес. Я согласна только ради вас. Отлично. Альфредо, не так. Раз уж взялись, делайте правильно. Поняли? Значит, Турчанка не выбрала тебя? У тебя праздник? Чему ты так рад? Я не рад, но доволен. Она отправила вас обоих, она отказалась от двоих, и от тебя, и от испанца. Я тебя поймал, рыбка Немо.
Что за рыбка? Тебе самому хочется тручанку? Нет, Хосе, нет. У тебя только Лаура, иначе пожалеешь. Ты не видишь, что я пытаюсь тебя утешить? Ты мой друг. Я не хочу, чтобы ты продолжал утешать. Пусть меня лучше Коки утешает. Тогда пусть она это делает. Она моя сестра. Иди к Коки, а я поищу себе друга, который пойдет со мной. У меня два билета, а я один. Видишь? Дай мне. Нет, дай. Ты уже год пытаешься туда попасть. А я могу пойти с парнем турчанки. Как его зовут? Как зовут этого испанца? Его зовут Иньего. Иньего? Да, так зовут этого парня, да. Нет, да, я же сказал, не может быть. Дай мне билеты, я передам ему билеты. Нет, отдай мне билеты. Спасибо за информацию, Тони. Спасибо. Хосе, он забрал билеты. Ничего себе, Хосе, отдай. Ты уезжаешь? На пару дней. Помнишь, я говорила тебе, что поеду навестить друзей? Да, конечно. Да. Да. Тебе что, плохо? Что с тобой? Ерунда. Проблемы с опекунством? Помнишь, я говорил тебе о встрече, и ты мне посоветовала ничего не говорить милашке, потому что она разозлится. Она появилась как раз посреди встречи. И все испортила? Да, почти. Я видела, как она выходила из спортивного зала, но я не думала, что она идет закатывать скандал. Не понимаю, как она узнала. Я тоже. Больше всего меня возмущает, что я пытался ей объяснить, а она и слушать не захотела. Прости, что говорю тебе именно сейчас, но милашка похожа на дикое животное. Да, именно это я в ней люблю. Конечно. Ты понял, что я имела в виду? Ты мне ничего не говорила. Я вот подумала... Ты правда полагаешь, что правильно делаешь, встречаясь с милашкой сейчас? Потому что опекунство над детьми – это серьезная проблема. Это правда. Поэтому я и спрашиваю. Ладно, забудь. Милашка хорошая, она мне нравится, все будет хорошо. Забудь. Забудь, что я тебе сказала. Вот увидишь, когда я вернусь, у вас все наладится. Надеюсь. Конечно. Пока. Пока, Барбара. Фалучо, что ты делаешь? Она моя. Извини, я пока не нашел свою щетку. Как только найду, сразу верну тебе эту. Нет проблем. Это не гигиенично. Так нельзя. Я знаю, но мы живем под одной крышей, хотя оба не желаем этого. Проси все, что хочешь. Мы все здесь стадо неудачников. Так уж получилось. Да. Поэтому мы должны хорошо относиться друг к другу, чтобы жить вместе. Что случилось? Почему вы ссоритесь? Вас слышно внизу? Просто он неряха. Началось собрание? Начинается. Отлично. Какая тема собрания? Что мне делать, чтобы вернуть Мартина? Над чем вы смеетесь? Не смешно? Очень смешная шутка. Действительно, знаешь, когда ты вернешь Мартина? Нет, когда? Не скажу. Пожалуйста. Давай перейдем к делу. Ладно, ближе к делу. Послушайте. Как я поняла, у милашки сейчас не лучшие времена. С меня хватит. Я устала. Кем он себя возомнил? Не кричи, турчанка, в чем-то он прав. В чем? Скажи. Что значит «в чем»? Ты уехала в Испанию, а его оставила одного. А потом вернулась вместе с парнем, на которого ты работаешь. На месте Хосе я бы тебя убила. Но я с ним не встречаюсь. Это он со мной встречается. Это ведь кинематограф. Я долго снималась с ним в кино, мы вместе обедали, проводили время. Конечно, Хосе ревнует. Ты бросила его, и теперь он злится. Чтобы чего-то добиться, нужно много работать. Я не хочу, чтобы Хосе страдал, поэтому буду терпеть. Можно я тебе кое-что скажу? Конечно. Ты все усложняешь. В смысле? Ты слишком все усложняешь. Ты не можешь решить, не уверена в себе, плачешь, уклоняешься от решения. И таким образом все усложняешь. И еще что-нибудь? Я за тебя волнуюсь. Я всегда была рядом и выслушивала твои проблемы с Мартином. Я всегда тебе помогала. Теперь у меня проблема, а ты не желаешь меня выслушивать. Что с тобой? Кто я для тебя? Подруга или кто? Скажи мне, пожалуйста, честно. Я говорю не со зла. Что ты за подруга?
Послушай меня, турчанка! Ты еще вернешься! Она права, я никчемная подруга. Турчанка, извини меня! Если мы придумаем план, нам удастся избавиться от милашки. Отлично, ты меня заинтересовала. Какой у нас план? Что за стратегия? Слушайте, что я придумала. На днях состоится благотворительный марафон в пользу детской больницы. Ненавижу благотворительные мероприятия, которые не приносят мне пользу. Там нужно бегать. Нет, бежать не нужно. Нет, вы должны помочь мне выиграть. Договорились. Она подумала о нас, да и бежать не нужно. Представьте подпись к фотографии. Констанца и Мартин – победители благотворительного марафона. Фантастика. Кимберли, ты опоздала на 30 минут. Я уже записала тебя. Перестань, потому что я в плохом настроении. Мне уже сказали внизу, что ты на всех кричишь. Помолчи, потому что я не хочу бросаться на тебя и кусать тебя за ногу. В последнее время ты просто не в себе. Очень непочтительно. Ты не знаешь, что у меня случилось, Мерседес. Сегодня утром мой конь убежал, и мне пришлось бежать за ним. Когда я, наконец, его поймала, мне пришлось идти пешком до ипподрома 30 километров. Представляешь? Пешком? А ты хотела, чтобы мы сели на автобус? Нет, дорогая, чтобы ты села на него и доехала верхом. Понятно? Ты права, но я была одета в это, и мне не пришла эта идея в голову. Какая ты рассеянная. Кстати, завтра марафон. Мы должны потренироваться, потому что мы будем группой поддержки. Ни за что, оставь меня. Мы делаем это каждый год, а я не хочу. Я хочу немного изменить хореографию. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Альфредо, держите ее. Верните его назад на первый этаж. Держите крепче. Быстренько. Пусть сами заберут. Нет, они настойчиво просят. Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Это была нога? Нравится место? Да, еще бы. Ничего не трогай, пожалуйста. Я не могу удержаться. Ради бога. Посмотри на тех светленьких. Они интересно выглядят. Да, красивая фигура. Нас могут отсюда вышвырнуть из-за тебя. Так что держи себя в руках, пожалуйста. За что нас вышвырнут? Я вижу этих девушек каждый день. Правда? Да. Посмотри на меня. Позже я тебя научу. Она посмотрела, размечтался. Привет, как дела? Красивые очки. Что пьешь? Я? Да. Мне нужен воздух. Привет. Скажите, когда, определитесь. Спасибо. В этом пиджаке ты похож на актера. Ты тоже, и у тебя это получается все лучше. Правда? Да, к тому же ты загорелый. Она мне улыбается. Только прошу, не смотри на ребят. Понял? Я смотрю на девушку. Какую? Мне показалось, она смотрит на меня, но кажется, она смотрит на тебя. А ты думал? На кого ты смотришь? Ни на кого. Хватит, Хуанхо. Я провожу тебя. Идем. Нет. Прекрати. Нравится? Ты зашел слишком далеко. Чего ты лезешь? Веди себя нормально, слышишь? Пусти меня. Я только что видела, как одна обезьянка лечит другую на ветке дерева. Это ты, Тручанка? Заходи. Привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Хочешь продолжить ссориться? Нет, наоборот. Я пришел узнать, можем ли мы прекратить ссориться. Мне тоже не нравится ссориться, но я не знаю, как перестать это делать. Вы знаете заклинание? Нет, не знаю. К тому же, милашка, вряд ли это можно решить с помощью магии. Тогда как? Измениться. Ты готова измениться, чтобы быть счастливой со мной? Простите. Я правильно понимаю? Значит, я должна измениться, чтобы мы оба были счастливы. Только я. И как это сделать?
Вы, разумеется, само совершенство. Вы никогда не бываете виноватым. Никогда. Милашка. Что? Напоминаю, что как только я отворачиваюсь, я вижу тебя в обнимку с мумией. У меня с Констанцией ничего нет. Ничего? Да. Тогда почему я видела, как ты с ней обнимаешься дома? Почему? Я разговаривал с представительницей из суда, которой ты сильно нагрубила. Констанция оказала мне услугу, потому что судья согласилась рассмотреть возможность совместного опекунства над детьми. Ты же знаешь, как это для меня важно. Констанция оказала мне услугу, милашка. Я попросил ее. Пойми это, пожалуйста. Держи. Спасибо. Холодно? Да. Смотри, что я принес. Я вижу, тебе холодно. Да. Я принес кофе. Спасибо. Не хватает только трусов танго. Я принес это твоей подруге. Представляю тебя в них. Кофе холодный. Тони, так не пойдет. Принести другой? Нет, другой ты принесешь для меня. Ладно, подожди меня 5 минут. 5? 5. Ладно. Поговорим с той красавицей. Твой друг очень милый. Да. Он прекрасный парень. Уже поздно. Я устал, и мне пора идти. Тебя проводить домой? Нет, нет, спасибо. Я дойду сама. Спасибо. Почему бы нам не пойти вместе? Не пойми неправильно. Раз я тебя спас, позволь мне тебя проводить в твой замок, принцесса. Почему ты не сказал мне раньше? Конечно, я понимаю, почему ты не сказал. Ты боялся, что страшные злыдни все испортит. Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы я изменилась. Потому что я словно дикое животное. Я думала, что ты полюбил меня такую, какая я есть, и не хотел меня менять. Значит, ты хочешь, чтобы я изменилась? Хочешь запереть меня в комнате, чтобы я не заставляла тебя краснеть? Чтобы ты мог спокойно и счастливо растить детей со своей женой? Ты этого хочешь, да? Этого? Тогда ты прав. Я должна изменить кое-что. И знаешь что? Я должна поменять тебя. Я должна выбросить тебя из своей жизни. Именно это я должна сделать. Именно это. Давай, уходи. Я думал, мы все уладим. Ты очень странно решаешь проблемы. Лучше я пойду одна. Точно? Да. Мы можем поговорить. Ты до сих пор в состоянии говорить? Какой же ты назойливый. Хосе, остановись. Я уйду с Хуанко. Спасибо. Серьезно? Да, серьезно. Спасибо за все. Пока. Пока, Хуанко. Иди. Тони, что ты делаешь? Я просто смотрел. Как ты оказываешься во всех местах? У тебя увели принцессу? Да, чудовище увело принцессу, а принцесса унесла пиджак. Вот так. Нет. Да. Может, догонишь ее? Покажи мне услугу. Да? Пожалуйста. Правда? Да, заодно сбросишь парочку килограммов. Давай, вперед. Раз, два, раз, два. Милая девушка. Дайте У. Даем У. Дайте Р. Даем Р. Дайте И. Даем И. Урибе. Урибе. Ура, ура, ура. Что случилось, Альфредо? Вы не реагируете? Из-за тебя и огнетушителя у меня болит нога. О чем вы? Альфредо, вы должны записаться на марафон. Мы готовимся поддерживать вас. В чем дело? Не видишь, что я страдаю? И все из-за какого-то огнетушителя?
Надо же! Ты не представляешь, как мне больно. Я не мог заснуть всю ночь. Пошел в больницу, и мне сделали кучу снимков. И что теперь делать? Не знаю, я не могу бежать, не могу! Ладно, ладно, не расстраивайтесь. А что мы будем делать? Кто-то должен представлять наш отдел на марафоне, иначе нам попадет. Ребята из администрации всегда побеждают. Вы ведь весь год тренировались. Я не могу бежать! Тогда кто побежит? Не знаю, нужно найти замену. Ну не плачьте. Какие у вас ксевые костюмы, прелесть. Для меня одного не найдется. Дайте Ф! Даем С! Дайте Е! Даем Е! Дайте Р! Даем Р! Феретти! Феретти! Ура! 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 Подбросим его вверх, как чемпиона, вот так! Как мило, но ведь все это не просто так. Тут что-то есть. Говорите. Милашка? Привет, Мартин. Привет. Ты что здесь делаешь? То же, что и вы. Я буду участвовать в марафоне. Меня попросили представлять наш отдел, чтобы я выиграла у девушки из администрации. Я знаю, о ком ты, но меня волнует не она, а наши с тобой отношения. Тебе не кажется, что мы слишком долго боролись, чтобы быть вместе? Да, я знаю. Я должна успокоиться, но не знаю как. Ясно. Все отлично, но вы просите меня измениться. Я и так стараюсь изо всех сил. Мне не нравится быть стервой и закатывать скандалы. Но так получается. Когда я просил тебя измениться? Недавно. Я люблю тебя. Я просто хотел, чтобы ты успокоилась. Извините, что мешаю вашей разминке. Это соревнование для спортсменов, а не для таких, как ты. Понятно? Милашка, милашка. Оставь ее, пусть идет, прошу тебя, дорогой. Ты мне поможешь? Мне нужно потянуть ногу. Мне так хочется бежать. Что ты здесь делаешь? В смысле? Что ты здесь делаешь? Я? Да. Ничего, я решила, что могу поучаствовать в этом благотворительном мероприятии. Да. Пусть нас фотографируют для прессы, это поможет детям. Я здесь ради детей. Я тоже. Хорошо. Я тоже ради детей. Я должен сфотографироваться, Кони. Ты прав. Фотограф, снимите нас. Как мне встать? Так, хорошо? Один. Хорошо. Можно узнать, где вы были вчера? Она ревнует. Я не ревную. Тебе холодно? Очень. Да, ему холодно. У него температура. Врешь. Отличная игра. Вы мне скажете? Мы были с Хосе в баре, но я ни с кем не говорил. Ко мне подходили, но я молчал. Скажи ей. Да уж. Что не так? Он думает, я обманываю. Я хотела спросить не об этом. Приходил преподаватель Хосе по математике, и мне пришлось его очень вежливо проводить, потому что мы не смогли тебя поднять. Ты что, пил? Нет, нет. Чуть-чуть. И что именно? Мне пришлось его тащить. В этой футболке ты похож на певца. Да. Когда мы возвращались, он пел. Пел? Спой. Я люблю тебя, ты меня. У него получается. Да, похоже. Нужно переодеться. Открой дверь. Понравилось? Да, я одолжу тебе футболку. Пение — его призвание, а ты окажешься в центре реабилитации. Или в обществе анонимных алкоголиков. Лучше растягивай еще, еще. Здесь. Сеньорита, вы не могли бы одеться поскромнее? Здесь все-таки дети, а этот парень смотрит на вас с открытым ртом. Что я сделала? Что сделала? Что вы делаете? Вы посмотрите на позицию. Секунду. Ты упражняешься в Камасутре? Получу и Мигель. Да, это мы. Как ты догадалась? Я узнала. Вы меня напугали. Это наш план. Ты нас не знаешь. Отличные костюмы. Где вы их взяли? Мы нарядились полицейскими, чтобы осуществить наш план. Да. Очень хитрый. Знаете, что вам нужно сделать? Я и сержант уже все продумали. Не называй меня так. Если уж мы притворяемся, тогда я выше по званию. Понял? Хорошо, комиссар. Ладно. Сеньор, комиссар и я. Мартин идет. Идем, идем. Кони, ты готова? Да. Скоро начало? Да, я заняла тебе место на старте. Ты видела милашку? Нет, не видела. Ты пожалеешь, если будешь продолжать меня дразнить. Что ты сделаешь? Пока не знаю. Хосе,
Аннабелла? Как дела? Хорошо. Я принесла твой пиджак. Извини, я вспомнила о нем только дома. Ничего страшного. Большое спасибо. Секундочку. А как ты узнала мой адрес? Ты забыл в кармане документы. Какой я рассеянный. Да уж. Я зря пришла? Нет, нет. О чем ты? Конечно, нет. Я как раз собирался немного поплавать кролем. Можешь остаться ненадолго. Видишь? Здесь. Вот здесь. Разрешите? Мы первые. Где милашка? Хватит о ней думать. Хватит. Извините, я помешала. Тогда буду здесь. Это серьезное мероприятие. А я себя серьезно веду. Разрешите? Как дела? Что ты здесь делаешь, Кики? Участвую в марафоне. Сюрете, здесь телевидение. Послушай меня. Привет. Дай сюда. Ладно. Побежали. Я здесь, чтобы победить. И я сделаю это ради детей. Замолкни. Ради детей. Хорошо, доктор Бутера, я скажу ему, когда он придет. Большое спасибо. Вы очень добры. Тебе нравится? Скажи мне, как тебе нравится, я сделаю. В чем дело? Так? Я балдею. Тогда продолжим. Здесь так будет лучше. У вас такая нога. Что это? Это что, сауна, где бесплатно делают педикюр? Мерседес. Я делаю ему массаж, потому что ему больно. Я не знала, что ты умеешь. Покажи мне диплом. Не отводи глаз. Если ты хочешь разминать ноги Альфреду, действуй и не останавливайся на ногах. Ты не должна мне ничего объяснять. А я ничего и не объясняю. Я просто мажу его обезболивающей мазью. Определись, наконец. Одно дело быть профессионалом, а другое мять ноги коллеги по работе. Все в порядке, Кимберли. Что ты хочешь мне объяснить? А вы? Помолчите, нахалы. Но Мерседес! Не бей ее. Сейчас я ей покажу. Послушай меня, Мерседес, я никакая не нахалка. Они обе чахнут по мне. Ты в порядке? Ломит в груди. Здесь? Чуть ниже. Здесь болит? Ниже. Здесь? Еще ниже. Стоп. Не так низко. Здесь? Думаю, да. Это желудок. Наверное, я голоден. Наверняка. Значит, у меня не инфаркт. Нет. Большое спасибо за помощь. Как хорошо, что рядом продают хот-доги. Хот-доги! Ко мне! Хорошо держишься. Тренируюсь с детства. Когда я расстраиваюсь, я бегаю. Милашка, я не знал, что здесь будет Констанца. Она преследует вас, как любящая собачка. Ты невыносима. Не нравится? Сворачивайте. Увидимся на финише. Надейся. Что с обезьяной? Она побежала туда. А куда мне бежать? Туда. Пока, ребята. Мерседес! 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 Сколько ты еще будешь притворяться немой? Мерседес! Мерседес! Конечно, сеньору задели за живое. Знаешь что, Кимберли, в нашем дружном коллективе, который мы сами создали, все друг друга знают. И я скажу тебе честно, мне тебя жаль. А знаешь, почему мне жаль? Как подруга, ты пала слишком низко. А именно, ты упала к ногам Урибе. Мерседес, не могу поверить, о чем ты говоришь?
над тобой смеются коллеги. Продолжайте, продолжайте, они смеются над тобой. Не настраивай всех против меня. Ты ничего не имела против, когда я делала тебе массаж ног. Это другое дело. Не сравнивай одно с другим. Ты просто делала мне легкий массаж ног и совсем недолго. Альфредо озабоченный, и мы все это знаем. Озабоченный или нет? Ответь мне на этот вопрос. Кесада, только тебя не хватало. Буду рад, если твои ноги тебя подведут. Замолчи, ты прибежишь последним. Последним? Смотри, как я легко тебя обгоню, смотри. Замолкни. Да ты только посмотри. Что с тобой? Ну, догони меня, если хватит сил. Я всех опередила или свернула не туда? Привет, ребята. Как дела? Не знаете, я правильно бегу к финишу? Неправильно. Тебе нужно свернуть направо. Туда? Беги по гравию до реки. Потом свернуть? Конечно. Да, потом повернешь ближе к Уругваю налево. Отлично, спасибо. До скорого, милашка. Откуда меня знаете? Видели по телеку? Мы не знакомы. Он назвал меня милашкой? Нет. Нет, он сказал... Пока, красавица. И это правда. Ты очень красивая. И ты мне понравилась. Не смей приставать ко мне. Я узнаю эти усы, они накладные. Нет. Получи, Мигель, что вам нужно? Не можешь срывать наши усы. Направили меня по другому пути. Нет. Признавайтесь, кто вас послал. Не можем, Констанца. У этой мумии не получится выиграть. Знаешь, что я думаю, Мерседес? Ты влюблена в этого извращенца. Что? Ты ревнуешь, что я делала ему массаж. Я к кому? К нему? Ты знаешь, Мерседес, я дам тебе совет. Ты должна пойти и сказать ему, что любишь его. Если это правда, то ты должна ему сказать. Я тебя придушу. Замолчи. Мерседес, не злись. Не злись. Сюда. Мерседес! Вот так. Получила? Да, но ты не говорила, что он тебе нравится. Забудь об этом и помалкивай. Если ты кому-нибудь скажешь про Альфреда, тебе попадет гораздо больше, чем сейчас. Понятно? Теперь иди, вскипяти воды и принеси мне. Поняла? Слушай, молчи. Я прекрасно знаю, как готовить капучино. Я не позволю телефонистке меня учить. Иди. Какой красивый дом. И большой, как дворец. Не преувеличивай. Это правда. Мне очень понравился ваш бассейн. Да, мне он тоже нравится. Хочешь, я попрошу сестру одолжить тебе купальник? Нет, нет, я уже ухожу. Спасибо, меня ждут. Значит, ждут? Да. Наверняка это твой парень. Хосе, Хуанхо неплохой парень, просто немного импульсивный. Пусть тогда срывается на других, раз так. Извини меня. Правда, я не должен вмешиваться, но знай, ты красивая и очень мне нравишься. Если тебе нужно уйти, я не против. Но послушай меня 2 секунды. Пожалуйста. Черт! Последний кусочек был таким вкусным! Ты в порядке? Да, в полном. Мне нужно что-нибудь выпить после еды. Они не дают тебе воды? Ни капли. Морят жажды. Ясно. Скажи, до финиша долго? Вот по этой дороге. Очень быстро. Правда? Да. Значит, если побегу этой дорогой? Да. Как тебя зовут? Меня называют... Будаманом. Я не забуду тебя, друг. Хорошо. Я был влюблен в одну девушку. Она была влюблена в меня. Это был словно сон или магия. У меня было все, чтобы быть счастливым. Самое главное, что мы друг друга любили. Ей посчастливилось заняться тем, что она больше всего любила.
Мне было хорошо, потому что она была счастлива. А недавно она вернулась в Аргентину и очень изменилась. Не знаю, готов ли я страдать из-за нее. Посмотри на себя. Ты хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое? Ты не должна. Я уверен, ты заслуживаешь большего. Давайте сюда свою ногу. Ставьте. Что это? Кислота. У вас болит нога. Я принесла ванночку. На что это еще похоже? Это горячая вода. Чтобы вы туда засунули свою ногу. Я ничего не обмораживал. Альфреду горячая вода лечит все. Ушиб будет болеть меньше. Врачи четко сказали, чтобы я пользовался мазью. Отлично. Если хотите, чтобы вас лечили врачи или Кимберли, вперед. Я стараюсь помочь своему коллеге. Что-то не так? Вас что-то не устраивает? Не притворяйся, глупый. Но вы не обращаете на меня внимания уже несколько недель. Моя самая частая фантазия... Какая? Ты в костюме медсестры. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Я должна бросить Хуанхо, чтобы не страдать? Именно. Как будто бы это сказал я. Когда человек влюбляется по-настоящему... Ему кажется, что он обязан страдать или чтобы его жалели. Я думаю наоборот. Конечно, любовь причиняет боль, но каждый должен найти равновесие в жизни. Если ему удалось, все замечательно. А если нет, человек начинает страдать, а это лучше как можно быстрее прекратить. Ты прав. Ты разбираешься в любви. Да, я много чего знаю. Правда? Да. Что еще? Невероятно. Что именно? Наши отношения абсолютно изменились. В каком смысле, Альфредо? Поставьте ногу в воду и расслабьтесь. Ты отлично понимаешь, о чем я. Нет, о чем вы? Я не понимаю. Наши чувства совпадают. Но я не знаю, а что вы чувствуете? Я ничего такого не чувствую. Горячо! Я перелила горячей воды. Подождите, я сейчас принесу лед. Ты должна назвать какую-нибудь тему, а я потом продолжу. Ладно. Выпьем кофе. Эспрессо со сливками. Капучино. Точно, я забыл про капучино. А еще есть американо. Роса! Турчанка, что случилось? Лаура, я уже ухожу. Нет, нет, что случилось? Твой брат, я знаю, ты слышала их разговор? Да. Я заставляю его страдать, а я не хочу этого делать. Да, но и ты не страдай, не говори так. Я понимаю, тебе нелегко. Не просто нелегко, это невыносимо, Лаура. Вы любите друг друга, я уверена, вы будете вместе. Ты очень добрая. Но это правда. Мне кажется, иногда любви недостаточно. Спасибо, что ты на моей стороне. Всегда. Спасибо, подруга. Теперь ты понял, что не победишь? Давай! А теперь аплодисменты победителю. Давай, чемпион, давай! Ты здесь? А что случилось? Я уже давно здесь, даже заскучал. Как дела? Не может быть. Дайте мой чек. $5000. Ферретти, как ты оказался здесь? Девушки бегут! Давай, милашка, вперед! Давай, милашка! Осторожно! Костанца! Нет! Нет! Ты выиграла!
на русский язык. Фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телеканала «Домашний».